4 октября стартует 6-й любительский турнир по классическому волейболу среди мужских смешанных команд православных объединений и любительских команд. Турнир проводится Южным и Центральным викариатствами при поддержке Департамента спорта города Москвы, Комиссии по вопросам физической культуры и спорта при Епархиальном совете города Москвы, Молодежного отдела Московской городской епархии. Соревнования не являются турниром одного дня. Матчи проводятся по выходным дням с учетом церковных праздников и богослужений. После группового этапа будет разыгран плей-офф. Расписание матчей будет сформировано после обработки заявок и жеребьевки. Подробную информацию можно посмотреть в группе «Волейбол в викариатствах города Москвы» в социальной сети ВКонтакте.